Четверо студентов из Югры получат по 1 000 000 рублей на реализацию своих стартапов. Средства выделят фонд содействия инновациям, который и выбрал лучшие инициативы. К слову, всего от округа участие в конкурсе приняли 13 человек. Победителями стали четверо новаторов. Так, у двоих студентов из Нижневартовска стартап связан с нефтедобывающей сферой. Другой победитель, аспирант из Сургутского госуниверситета, разработал приложение для анализа рентген-снимков новорожденных. Еще один грантополучатель, студент того же вуза, решил автоматизировать расчет углеводного состава продуктов. Это должно помочь людям с высоким уровнем глюкозы в крови. Напомню, на участие во второй очереди конкурса можно заявиться до 15 июля.